Ну, ё-моё, последние деньги этому автолюбителю отдала, а? Кровосос. Теперь придется, не знаю, что делать. Придется проводника искать, как-нибудь уговаривать его бесплатно взять. Полезет ведь гад со своими волосатыми руками. Хе-хе-хе, обломается. Дорогой, уважаемый, обожаемый, прям-таки товарищ господин проводник, не будете ли вы так любезны мне как-нибудь оказать помощь и отвезти меня в Варшаву на халяву? Я понимаю, конечно, что наглая просьба, но может, можно что-нибудь придумать, скажите, пожалуйста. Ну-ка, отвали-ка. Не, ну что значит вали? Я, в принципе, отработать же могу. Я, конечно, без интима, но что-нибудь может сделать, можно там поработать как-нибудь. Ну, если только радио подвинуть мне... Тогда, может быть, конечно. Ну и все, мне пару дел надо. Насыпь табаку мне в кисет и почистить чайник. Тогда, может быть, конечно, да. Ой, ну это я могу, это я точно сделаю. Давай, договорились. Так, для начала отвертка нужна. Не, фигня, так не получится. Бе, фу, какая гадость, брать ее нафиг. Так, тут что-нибудь может быть интересненькое, даже полезненькое. Ну... Ой, какая сладкая киса поездовая, поезда... Не знаю, как сказать прилично. Ну офигеть, блин, все кнопки подколупывали. Очумелые ручки. Тут сначала нужно... Ну вот, выковыривай ее теперь, выколупывай. Вопрос только вот чем бы, а? Так, тут что-нибудь может быть интересненькое, даже полезненькое. Но голыми руками я эту проволоку не смогу открутить.